Готовы? Лыжи на парафинили? Со своими лыжами не в лес, а в парк. Народная лыжня вновь стартовала в Барнауле. И в этом году сразу в трех парках – Изумрудном, Юбилейном и имени Ленина. Нам лучше с Голым Торсом бегать. С Голым Торсом? Да, почему? Зимой плаваем, зимним плаванием. Поэтому это нас стесняет. Зато четверолапых такая шерстка не стесняет. В Изумрудном для них в день старта лыжни открыли тренировочную площадку. К слову, единственную в городе. Устроили конкурс красоты для собак, то есть конкурс новогодних костюмов. Тоже яркое, интересное мероприятие. Мы создали место встречи вот конкретного сообщества собаководов. То есть они там общаются, они выгуливают собак, они обменятся опытом. Туда могут включаться и кинологи профессиональные для проведения мастер-классов, открытых уроков. Для лыжников в планах организовать прокат и раздевалку. Саму лыжню сделать интереснее. Кстати, этим уже занялись. Если вы начинающий лыжник, то вам в Изумрудный. Здесь трасса легкая. Для спортсменов трасса в Юбилейном. Там горки, склоны и разные дистанции. Можно кататься для себя или готовиться к соревнованиям. Городским, региональным и даже краевым шансы есть. А вот спортивных выходных, ну, помните тех, когда на коньках разрешают кататься бесплатно, ждать не стоит. В прошлом году, когда пошла пандемия, только начиналась, поэтому решили, что все-таки пандемия, надо бороться только на свежем воздухе, только активными занятиями. Поэтому были анонсированы спортивные выходные. В этом году пока это все-таки коммерческое предприятие, они зарабатывают и живут на этом, и обслуживают профессионально эту трассу. Поэтому пока посылов таких не было. Зато есть лыжня прямо в центре города. Организаторы говорят, если у народа спрос будет, то нечто подобное появится и в других парках в каждом районе города. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком.